Напомню, строительство соборной мечети Джамих возводится на средства меценатов. Так, за первый квартал 2023 года удалось собрать почти 6,5 миллионов рублей. Строительству мечети помогают все неравнодушные. Одни материалами, другие – рабочие силы. В этом году продолжается укладка монолитного бетона. По словам директора фонда финансовой поддержки строительства Уелу Хусаинова, в настоящее время одна из главных задач – возведение малых минаретов. По проекту их отметка железобетонной части составляет 50 метров, а мы поднялись на 39-ю отметку. Получается, еще 11 метров нужно железобетон наложить, а потом еще 7 метров будет на верши и полумесяц. Тем не менее, работа продолжается, и надеемся, что уже где-то к концу лета мы эту работу завершим. Сейчас челнинская компания разрабатывает конструкцию витражей на втором и четвертом блоке мечети. Специалисты уже сделали эскизную модель и планируют запустить производство. Также в апреле планируется приступить к облицовке центрального и двух средних куполов. Материал по алюминию мы завезли, он находится здесь. Леса, часть завезли, часть пиломатериала приобрели, нам помогли их приобрести. И надеюсь, что вот летом мы эти работы тоже выполним. Работы ведутся и по инженерным коммуникациям. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.